Изменилась схема дорожного движения на 144-м километре трассы М-10 «Россия». Это связано с завершением работ по реконструкции данного участка, проводившихся для строительства путепровода на северном обходе Твери на трассе М-11 «Нева». Движение транспорта в сторону Москвы и Санкт-Петербурга будет перепущено на основной ход дороги. Сейчас скорость движения ограничена до 50 км в час, так как продолжаются работы по возведению путепровода над трассой М-10. В автодоре автомобилистов просят быть внимательными в пути, соблюдать скоростной режим и требования временных дорожных знаков и приносят извинения за возможные неудобства.